Вы как к этому отнесетесь? Хуёво. Хуёво? Да. Бля. Ну ладно, спасибо за ответ. Здравствуйте, уважаемые господа. Здравствуйте, господа. Это видео «Мнение игроков», где я спрашиваю торговчан их мнение на актуальные вопросы. И в этом выпуске мы поговорили о том, о чем не так давно говорил Никита Буянов, что барахолка в будущем будет либо убрана, либо сделана только за бартер. Это как одна из идей продолжения реализации игры. Ну, собственно, с этим вопросом я и подошел к игрокам Таркова. Ну, что из этого вышло? Давайте послушаем, что думают игроки по поводу того, нужна ли барахолка за бартер или ее отсутствие. Приветствую. Алло. Такой вопрос. Если барахолку уберут, как ты к этому отнесешься? Не уберут. Не, ну разработчики говорили, что в дальнейшем планируют убрать барахолку из игры. Я вот у тебя спрашиваю, как ты к этому отнесешься, если это случится? Ну, никак. Ну, уберут, что? Ну, то есть нормально, да? Ну, аналогов нету по игре. Не-не, ну, понятно. Но есть же какое-то отношение, типа, позитивное, негативное, нейтральное. Ну, вот тебе будет все равно, да? Типа того. Ясно. Ну, хорошей игры, давай. Пока. Давай, давай. Здорово, здорово. Разработчики как-то говорили, что в дальнейшем барахолку отключат. Я хотел у тебя узнать, ну, как ты к этому отнесешься? Ну, положительно, отрицательно, если барахолку уберут из игры вообще? Только за бартер будет, например. Не, ну, наверное, не надо барахолку убирать. Да, бля, слушай, помимо барахолки, пускай они порядок нам ведут. Барахолка только за бартер. Да, да. Ну, с одной стороны, это будет интересно, но ты же понимаешь, те ребята, которые у нас любят в начале вайпа побегать с подругом, ты же понимаешь, что почти весь бартер будет от них зависеть. И ты ничего даже по дешевке не купишь. То есть ты забиваешь сразу на оружейника, потому что будут ставить всякие невозможные ключи, всякие невозможные... Ну, то есть для новичков. Я понял. Будет реально больно. А если барахолку вообще уберут? А смысл? Ну, если не будет внутриигровой валюты, ну, точнее, внутриигровой торговли между игроками, то как люди будут выполнять, которые, допустим, вот он зашел, у него старый гайд, зайдите на барахолку, сделайте то-то, то-то, все. Пацанчик заходит, а он играет первый день. Что он сделает? Ну да, ну, не, ну новые гайды какие-то придумают. Но ну и как они будут тогда? Не, у нас это уже устоялось, смысл. Это если бы изначально они это попробовали сделать, и людей бы это устроило. Ну, просто Никита Буянов говорил, что он в планах либо убрать барахолку, либо вот сделать ее только за бар. Если бы не было чувачков с подругом, вот честно. То было бы хорошо. Тогда можно было бы ставить бартерную систему. Если вот то, что мы имеем, смотреть, то по факту ты видел, что сейчас делается с оружейниками? Ну, детали последние, там, миллион, два, три, там, 10 миллионов выставляют детали. То есть в этом плане, конечно... Ну, я играю вообще первый вайп. А, понял. А вот, кстати, вот ему этот вопрос лучше всего и задавать. Вот представь, что у тебя нету барахолки, вот вообще. Вот ты вот до этого стремился до 15 уровня, чтобы у тебя была барахолка, а теперь нас вот что дальше? Ну, комьюнити оно и так пострадало, когда ее закрывали временно, вспомни. Да, когда торгашей убирали. А теперь представь, что будет, если бы ее в принципе не было. Я понял. Кинь ссылку потом на ролик. Здрасте, здрасте. Здрасте. Такой вопрос, ребята. Если вот барахолку, да, например, сделают за бартер или вообще уберут, вы как к этому отнесетесь? Хуёво. Хуёво? Да. Бля. Ну ладно, спасибо за ответ. Да нет же. Слушайте, короткий абсолютно вопрос. Если барахолку сделают за бартер или вообще уберут, вы как к этому отнесетесь? Похую, буква ее, уже такое было. Ну вообще без разницы. Хуево. Хреново. Хуево, да? Да. Понятно. Просто Никита Буянов на одном из подкастов сказал, что в планах либо убрать, либо сделать за бартер. И я вот решил у игроков спросить, а надо ли это вообще? Это подожди, ты не ты заходил еще спрашивал насчет котиков кота, убежища? Да, новый выпуск готовлю. Да. Господа, здравствуйте. Здравствуйте. В пятером не пойдем, господ. Нет, в пятером не пойдем ни в коем случае. Один короткий вопрос. Если барахолку уберут или сделают за бартер, как вы к этому отнесетесь? Отрицательно. Барахолку за бартер, это в каком смысле? Вот, у тебя ничего нельзя будет купить, ты сможешь только либо свою вещь обменять, либо чью-то вещь обменять на свою. Такое себе. А к чему вопрос? Ну, Никита Буянов на одном из интервью говорил, что в планах в разработке игры у него то, что барахолка будет либо за бартер, либо ее вообще уберут. И я решил у игроков спросить, что они думают по этому поводу. Он это говорил, а потом левел барахолки подняли до 15-го. Вот и все изменения. Ну да. Но в концепции, как бы,
концепции. В концепции это нормально смотрится. Вон, Вовка живет с своей... этой... чем? Как он нахуй называется там, блядь? Аукционом то же самое. И всем вполне спокойно живется. То есть нормально в целом. Без разницы, у меня барахолки нет. Если барахолку уберут или сделают за бартер, вы как к этому отнесетесь? Похуй. Похуй, я понял. Короче, это самое сильное замедление в доте, я считаю. Вообще самое сильное. А вы в доте или... Всё-таки... Да, мы в доте. Так, а... катаем в доту просто. Все, я понял, один короткий вопрос тогда. Да, да. Вот. Ребят, если уберут барахолку или сделают ее за бартер, как вы к этому отнесетесь? Негативно, конечно же. Это же хуйня полная. Полная хуйня, да? Я понял. Да, вы разработчик игры, я так понимаю. Я у скупчика закупаюсь. Ну, будем надеяться, что он это понимает, но он говорил, что в планах такое есть. Вот. Ну да, он это уже приводит частично в планы. Ну, то, что как это реализовано сейчас, это в принципе неплохо, что какие-то вещи можно только забартерить. Угу. В этом какой-то логика какая-то есть, что ключи там только в бартер идут сейчас, некоторые. Сейчас это у торговцев, да, сделали такое частично. Я аж себе на колени пролил горячую воду, у меня аж член заварился от твоих слов. Куда бабки девать? Вот будет у Лигарка 100 миллионов, вот куда он будет делать? Ну, то есть, допустим, мне в лом искать ствол, мне надо бартерить, мне надо бегать, что-то там. Ну, было за бабки такое оружие на барахолке. Вот так, то есть смысл бартера... Потому что, допустим, там есть бартер, хранину, то есть абсолютно хорошо проделанный. То есть игроки выставляют за что-то свои вещи, также за деньги. Понял. То есть барахолка сейчас работает весьма нормально. Бля, ты как будто откуда-то сверху говоришь, с неба в натуре. Я Никита Буянов, поэтому я понял, переживать. Я понял. Спасибо за информацию, Никит. Я как раз готовлю видос. Вот спрашиваю народ, как он отнесется к этому. И вот... Понял, не забудь мне ссылочку скину, я пролайкаю. А еще пусть колесико Буянова, то есть мое колесико, поменьше у тебя кружится и быстрее находит сыры. Спасибо большое. И побольше FPS, потому что я тебе хуй, блядь, тебе дам FPS в этой игре. Слушай, так ты, если бы ты сразу сказал, я бы тебе даже... твои друзья тоже. Я бы тебе подробнее объяснил. Вот ты там видос хочешь записать, вот добавь лучше в видос такую информацию. Как насчет того, чтобы сделать освещение нормальное в игре? Потому что когда ты смотришь в снайперский прицел, ты ничего не видишь, кроме синьки какой-то серого, все серое, черное и темное, ни хера в прицеле снайперском не видно. И оптимизируем. Вот, вот это больше. Поехали. На черные, ребят, давайте. И куда они ушли? Они в сторону первого. А вы на втором. Mm-hmm. Да. А вот все-таки, если вопрос у меня будет короткий по поводу барахолки, если ее уберут или сделают за бартер, как вы к этому отнесетесь? Буянов. Понял, ясно. Барахолка за бартер? Ну, вообще за бартер похуй. Или вообще уберут? Вообще она похуй, даже дверь она нахуй, да? Она нахуй не нужна, эта барахолка. Ясно. Бесполезная вещь. Понял. Ну, не знаю, по мне так нормально. Да, вот ты получил 42 уровень, а что ты будешь покупать на барахолке? Продавай на барахолке. Зачем, если выгоднее продавать торговцу? В смысле, не всегда. 70% лута, который ты достаешь, кроме того дорогого типа лидыкса, до 42 уровня выгоднее продавать торговцу, чем продавать на барахолке. Ну, точнее, не так, не до 42-го, а пока ты не вкачаешь убежку. Спасибо за ответ, хороших рейдов. Пошел дальше, народ спрашивает. Ну, ты запиши то, что Буянов... не только из-за этого, а потому что он еще допустил огромное количество читеров в эту игру и не борется с ними. Похуй. У меня она не открыта. Вообще самый частый ответ, который я сегодня слышу от игроков. Вообще похую. Ты убивай, ты за убийство чувака больше опыта получишь, чем за половину куста. А, вот он, киловский. Ну, убивай, ну, пускай это легко, можешь сделать. А выйти на D2, блять, на резерве или побегать по всем подвалам, пометить, это легко. Да. Угу, ну полегче, чем бегать и боять людей. А вот если барахолку уберут или сделают за бартер, как вы к этому отнесетесь? Ой, да пошли они нахуй, похуй. Давайте гнуки или кто собирает, сервера собирайте. Если барахолку уберут или сделают за бартер, как вы к этому отнесетесь? Я нажму кнопку делаю это на клиенте. Понял, честно. Честно, в натуре честно. Я и так заебался от невидимых игроков, блядь, дохнуть. Теперь еще и от барахолки. Ну, это в планах есть у разработчика. Я вот решил у людей поспрашивать. То есть лучше ее не трогать. Вот так вот отлично вообще. Ну, что я могу сказать, в принципе? Кавачкошник. Да. Чканул с нами в мегазону. А, я понял. Всем привет. Да, значит, такой короткий абсолютный вопрос.
Если барахолку уберут или сделают за бартер, как вы к этому отнесетесь? Похуй. Похуй. Вообще похуй. Бля, это прикольно, знаете, 90% игроков отвечают именно так. Как по мне, это будет нелогично. Просто по причине того, что все и так основывается на бартерах. В принципе, и все предметы для бартеров покупаются с барахолки. Если сделают за бартер барахолку, либо уберут совсем, да. Ну, я тебе могу так сказать, и игра намного душнее станет. А конкретно ты к этому как отнесешься? Негативно. Понял. Мысль основную, как бы, я думаю, что большинство игроков меня поддержат. 15 уровень, открывается барахолка. В большинстве случаев, да, более-менее такое, ну, среднее, ниже среднего оружия, либо что-то купить для убежки, можно через барахолку. Чтобы нормально затюнить оружие, тебе надо все три короны. Да. О, все короны. В основном. Ну, да. Третий уровень, либо короны. На первом-втором так себе. Ни патронов, ни хера, ничего. Тем более с последним патчем они все патроны убрали на четвертый уровень, на корону. Угу. И тогда скажи, какой смысл играть, грубо говоря, на Т-45 на семерках, либо на ПС-ках, пятерках, когда ты, бля, будешь стоять друг друга, стреляться полчаса с тиммейтом. Ну, попадешь ты в голову, не попадешь, а, блядь, зависит от того, насколько у тебя затюнен, грубо говоря, оружие. А без барахолки ты его на должный уровень не сделаешь. Соответственно, люди начнут психовать, гореть и так далее. Ну, это понял, свое мнение. Я понял тебя. Здорово. Здорово. Слушай, у меня такой вопрос абсолютно тривиальный. Если барахолку сделают за бартер или вообще уберут, ты как к этому отнесешься? Игра же, видишь, вытесняет русское комьюнити, поэтому... Понятно. Не особо-то что-то изменится. Уберут барахолку? Ну вот да, допустим, ее уберут или сделают за бартер, как говорил Никита Буянов. Как вы отнесетесь? Хуйня полная, блядь. Хуйня, да? Конечно. Если барахолку уберут или сделают за бартер, как ты к этому отнесешься? К чему этот вопрос? Ну, Никита Буянов, как ты сказал, что в планах есть такое, я решил у игроков поспрашивать их мнение. Если барахолку уберут или сделают за бартер, в каком смысле сделают за бартер? Ну, что допустим, ты не сможешь ничего за деньги там купить, только обменять предметы. Ну, допустим, тебе нужно... А если выставить, ничего не сможешь, соответственно. Ты выставить можешь, но не за деньги, а за бартер. То есть тебе нужно... Тебе нужна за лампочка. За бартер, если веси какие-то, да, то типа? Да, да, да. Ну, то есть тебе нужна лампочка, а мне нужна свеча. И вот я выставляю лампочку за свечу. Ты отдаешь свою свечу, я отдаю тебе лампочку. Ну, вообще, звучит интересно, но на деле я думаю, что я просто перестану играть в эту игру и все. Если барахолку уберут или сделают за бартер, как вы к этому отнесетесь? Блять, интересно. У тебя, случайно, ключа нету от заводской, товарищ, который зашел? Нет, нет, у меня только вопросы. Один. А ответы? Ответы у вас. Давай. Ну, я и говорю, если барахолку уберут или сделают за бартер, как вы к этому отнесетесь? Уберут вообще? Ну да, либо вообще уберут, либо за бартер сделают. И типа все продавцам продавать? Ну да. Хуйня. Хуйня какая-то получается. Понял. Понял. Просто Никита Буянов как-то сказал, что он либо, ну, в дальнейшем, да, хочет либо вообще убрать барахолку, либо сделать ее за бартер. А я решил... В смысле за бартер? Типа надо, ну, какие-то предметы будет найти, только чтобы бартер оставить. Но тебе нужна будет лампочка, а мне нужна будет свеча. Я выставляю лампочку за свечу. Ты отдаешь мне свою свечу, я тебе лампочку. Вот. А, ебать. Не, хуй он делает, блядь. Вот. И поэтому я решил у игроков спросить, надо это им или нет. Вот, собственно. Нет, нет, нет. Вообще какая-то хуйня. Делать этого не стоит, конечно же. Каждый раз что-то ухудшается в игре, не улучшает. Понял. Ладно, хороших рейдов, ребят. Взаимно, спасибо. Пока. На барахолке поэтому выставляют дешевле. Кстати, по поводу барахолки. Если ее уберут или сделают только за бартер, как вы к этому отнесетесь? Че, за какой бартер? Ну, Никита Буянов в одном из интервью говорил, что в дальнейшем хочет либо убрать... Знаешь, либо... что он говорил вообще? Еще он говорил, что 7 лет назад будут улицы Таркова, да? Да, да, да. Ну, много чего говорил. Вопрос по вашему да мнению. Да ничего этого не будет. Да, почему? Ты в рейд идешь? Вот как вы к этому отнесетесь? А, сейчас я... Положительно. Игорь Гольф, нет, ты шелест. Сейчас я разгрузочку какую-нибудь одену. Сокарев. Да. Ты в рейд пойдешь на ночную развязку? Да нет, я хотел ваше мнение только спросить и все. Охуеть. Ну, понимаешь, он просто Гофман. Ну типа так. Так называемый Никита Буянов, так называемый сказал то, что будет бартер.
Надо за бартер? Погоди, все полностью за бартер? Ну вот да, допустим, тебе... Надо попробовать. Свеча, ну, это жесткое изменение. Скорее нет, чем... Хотя да. Я новичок. Хотя я новичок в этой игре, мне пока как бы непонятно. Я 3 месяца играю, 4 почти. А ты, Кирилл, что думаешь? Как бы надо попробовать поиграть в таких условиях, но мне кажется, не зайдет. Ну, не знаю, я вот сейчас играю, я на 25 миллионов за дикого наторговал на барахолке, просто играя диким таможню. Просто играя диким таможню вообще. У меня сейчас это 25 видеокарт, майнинг-ферма, я вообще кайфую. Ясно. Я не знаю, как будет все, если вырубят это дело. Но это надо как-то пробовать, да. Но это будет... Привыкать надо будет, зря. Лучше хороших, сейчас ставить. Хороших рейдов, ребят, хороших рейдов. Хорошо. Угу. Спасибо. Здравствуйте. И, собственно говоря, сразу вопрос. Если барахолку уберут или сделают ее за бартер, вы как к этому отнесетесь? Я играю в пиратку. Я понял. Вас это не волнует. Скажем так, да. Я купил себе Full Edition этой хуйни за 120 евро и играю в пиратку. Отлично, отлично. Ладно, хорошие игры, что тут еще сказать? Спасибо. А что ты думаешь по поводу этого вопроса, пиши в комментарии. Спасибо, что досмотрел до конца. Всем всего доброго и до скорых встреч.